Итак, господа, всем привет. Сегодня я хочу рассказать, как разобрать, собрать раму «Звезда». На самом деле никаких сложностей нету. Так, первое, что мы делаем? Снимаем винт. Кстати, теперь в штатной комплектации у нас идет шестигранничек. Последний болт, когда он на одном болту держится, по ощущениям, вы его до конца не откручиваете, придерживаете винт. Все, так это выглядит. Снимаем сетку. Так, отстегиваем этот карабинчик. Отстегивать очень просто. Щелк. Все, отстегнули. Теперь отстегиваем вот эти клипсы. Раз, два, три. С этой стороны. Раз, два, три. Теперь сетка скреплена вот здесь к карабину. Ее пока оставляем, не трогаем. Она цепляется в самый последний момент. Со временем металл притрется, она будет легче разбираться. Но как только вы получаете установку, лучше разбирать в какой-то последовательности. То есть либо по часовой стрелке, либо против часовой. То есть можно начинать, например, отсюда, с этого края. Вы отщелкиваете этот луч. Все, здесь появляется слабина, вот он сам выскакивает. И пошли дальше. Момент. Эту часть мы все разобрали, и сетка, если мы сейчас снимем с того края, она упадет. Чтобы она не падала, здесь оставляем, чуть-чуть наживляем вот так, все, и начинаем дальше разбирать. Все, здесь уже все легко. Нижний сектор выворачиваем в сторону подвески, то есть туда вовнутрь его. Вот так. И все, и вынимаем. Все, вот так это выглядит. Вроде кажется, там непонятно, куча там мелких деталей каких-то, но на самом деле все просто. Теперь тот карабин, который я говорил вначале оставлять, вот он. Мы его, чтобы веревка не убежала, перещелкиваем с этой стороны. То есть здесь его берем, отщелкиваем, и вот с этой стороны вот, ну, здесь защелкиваем. Все, то есть сетка у нас в этом же положении так и осталась. Потом, короче, понятно. Все, теперь у нас осталось что? Только верхний сектор. Вот мы сняли его. Вот сетка. Ее складываем, ну, как я это делаю. Раз. Чтобы она нигде не перепутывалась. Вот здесь два. И пополам. Все. Здесь просто скручиваем. Можете скручивать, можете не скручивать. И добавляем сюда последний сектор еще. Все. Вот ваше кольцо. Верхний луч мы откручиваем. Откручиваем против часовой. Эти лучи складываем. Эти лучи складываем. Можете еще сложить ролик. Вот здесь такой стопор на страховочной веревке. Его вытягиваем и ролик складываем. Все, установку можете паковать. Рут не забывайте, чтобы не наступить на него. Так, теперь сборка. Вот вы приехали на поле, распаковали. У вас мотор вот в таком вот виде. Прикручиваем луч. Луч прикручивается вообще одним пальчиком. Очень легко. Все. Вот здесь момент какой. Поймали упор и чуть-чуть дожали, чтобы этот тройничок смотрел ровно. Поднимаем лучи. Раз, два, три, четыре. Везде упоры, вы их выше никуда не поднимете. Берем сетку. Разворачиваем. Разворачиваем. И начинаем собирать сверху. Цепляем сетку на верхний луч, чтобы она висела. И дальше уже... Так, вешаем. Как я говорил, рама новая, потом она разработается, будет проще собираться. Тут очень важный момент. Иногда пилоты путаются, прицепляют сетку как бы с внутренней стороны. И вот здесь металл получается открыт.
чтобы этого не происходило, вы смотрите вот на эту желтую прострочку, она должна быть у вас перед глазами, то есть к пилоту. И тогда эти металлические части будут закрыты. То есть на это надо обращать внимание, когда собираете. Я это делаю уже на автомате, но на первом этапе вы должны это, к этому привыкнуть. И дальше собираем в такой же последовательности. По часовой, либо прочасовой. Вот, момент. Весь металл закрыт. На всех новых рамах на вот этом секторе здесь есть разметка. По центру, то есть как прикреплять. Со временем вам она сотрется, и здесь вы, ну, останутся следы. То есть на начальном этапе вы крепите посередине, то есть по этой разметке. То есть наклоняете в сторону, смотрите, здесь разметка, здесь разметка. Все, она туда зашла. И просто сюда выворачиваете. Цепляете луч. Все очень легко собирается, даже новый. Второй луч. И прицепляйте остаток кольца. Он сам туда заскакивает. Дальше сетка. С этой стороны ее цепляем. Все то же самое в обратной последовательности. И цепляем. Так, смотрите, очень важный момент. Сетка проходит перед лучом, чтобы она натягивала все ограждение. Все, там карабин защелкнули, и дальше защелкиваем остатки этой клипсы. Раз, два, три. И с другой стороны. Вот, собственно, и все. И конечный штрих. Натягиваем сетку. Натягиваем каким образом? Вот на этом шнуре от сетки здесь такое колечко с канавкой. Вот этот карабинчик пропускаем внутри, и этот тросик пропускаем в канавку. Вот так это должно выглядеть. Натягиваем. И защелкиваем в это отверстие. Здесь фиксатор. Попадаем в отверстие рамы и кронштейна. Вот и все.